Дмитрий Дмитриевич, поздравляю вас с победой Олега. Скажите, какие у вас впечатления от его фехтования вчерашнего? Ну, впечатления хорошие. В общем-то, это связано с его хорошим выступлением. Ну, кажется, все ребята вот, из претендентов на попадание на первенство мира как-то слишком уж боялись фехтовать в полную силу. Поэтому так немножко получилось смазано в восьмерке Никола. Ну, Олег в меньшей степени, так сказать, волновался, видимо. И показал на то, что он способен. Хотя я считаю, что он фехтовал процентов на 80 того, что он может фехтовать. Сезон для Олега складывается хорошо, да, чтобы не сглазить. А какое завершение сезона будет для вас таким самым, наверное, успешным? Ну, вот сейчас у него серия турниров, вернее, два решающих турнира. Это вот сейчас он уезжает в Базель уже завтра. И потом в Удене, в Италии. Вот два таких решающих основных турнира. И первенство России это до 24 лет. Вот эти три турнира, мне кажется, вот, если он выступит ровно и хорошо, как раньше выступал, он попадет в состав сборной команды страны. И будет уже выступать на первенстве Европы и мира. Надеюсь. Согласны, что этот сезон такой прям прорыв для Олега, потому что он сделал такой хороший шаг вперед? Ну, у него, в принципе, он выступает. Он начал заниматься фехтованием около 3 лет назад. Просто у него вот прошлый сезон был, вот он уже попадал в десятку отбора. Ну, в этом году он вырвался, вот смог вырваться в лидеры. Думаю, сможет поддержать. Всего за 3 года в фехтовании, как удалось так Олега? Ну, я сам удивился, в общем-то. Но он, самый парень, очень работоспособный. У него такая семья, где его, в общем-то, готовят самое, к работе. Он тренируется каждый день практически эти 3 года. Он никогда ничем не болел, не пропускал тренировок из-за этого. Вот. И учился он в колледже Олимпийского резерва, где, в общем-то, обеспечивают двухразовые тренировки. Там с учебой это сделано. И прекрасный зал, вот этот спартаковский, самый Роза Михайловна, который, в общем-то, находится рядом. И вот это вот все в комплексе, ну, и дало результат, в общем-то, положительный. Для него и для меня. А как вообще в целом выступили ваши ученики на чемпионате? На чемпионате, вот на первенстве России. Ну вот Олег занял первое, у меня, в общем-то, он один был из мальчиков. Я больше с девочками сейчас занимаюсь. Так что у меня один. А из девчонок? Из девчонок, ну вот Маша, вот не повезло ей немножко. С охотником своей соперницей она встретилась, проиграла за вход 8. Но она участвует в отборе, она третья идет по очкам в отборе. Тоже уезжает на соревнования. Ну, думаю, она сможет при хорошем стечении, при хорошем фехтовании претендовать на попадание в сборную страны. Спасибо большое. Поздравляем еще раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.